даже как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы мне со мною. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш. Но вы вдвоем, вы не со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себе на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле от вас, а я смотрю, смотрю на вас. Смятенье вы мое и грусть, мой сон, что помню наизусть. Но вы вдвоем, вы не со мною. Моей надежды ясный свет, я шел к вам столько долгих лет. Но вы вдвоем, вы не со мною. Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж. Но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где мы вдвоем, где вы со мной? Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот это профиль и амфас. Смотрю, смотрю на вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Но вы вдвоем, вы не со мною. Но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где мы вдвоем, где вы со мной? А теперь вместе с нами. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Очевиден, но натюрморт будет впереди. Пройдите, пожалуйста, в нашу столовую. Мы аплодируем. Лайма, браво! Сергей Жигунов, браво! Браво, Раймонд Пауз. Мы вас встречаем с гостями. А вы знаете, что вот вы сейчас спели, и если только вы станете победителями, вы еще споете песню, как победитель. А если не станете, то это все, это было... Давай, давай сейчас поем тебе что-нибудь. Давайте. А давайте вчетвером что-нибудь давай споем. Я как динамик усилитель. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Чего только не сделаешь ради хороших оценок, на которые мы сейчас все рассчитываем. Уважаемые да члены жюри, Яна. Надо учесть, что вернее, песни, которые сейчас прозвучали, звучат во второй раз. У пар были возможности прорепетировать их вдумчиво, наполненно. И учесть ошибки, которые... И поработать над ними с прошлого раза. И?
И я покорена их харизмой. Это потрясающе, конечно. Мы же здесь харизмами меряемся, в принципе. Да. 9. Как замечательно, трогательно все. А мне нравится. 10. Ага. Вот. Единственное, о чем я жалею, что эта пара после этого прекрасного проекта расстанется. Они были такие звездные, такие романтичные, такие лиричные. Ну, невозможно поставить меньше 10 баллов. Спасибо, Лев Фрэнч. Я очень люблю певицу по имени Лайма. Все на хрупких женских плечах у нас в стране. Вся власть женщинам. Мне так хочется поставить 10, но я должен быть объективным, потому что у меня лицо такое злое. 9! Ну, 38 баллов у дуэта Сергей Жигунов и Лайма.